Good morning, dear friends. I am Vladimir Lukin from Institute of Atmospheric Optics, Russian Academy of Science, Siberian branch, Tomsk City. I prefer to do my presentation in Russian mainly, because the slide in English, but in some part I would like to give additional explanation in English. Next. Так, вперед. Так, это сюда, сюда. Ага. Мое исследование, оно экспериментально-теоретическое, посвящено исследованию потенциальных возможностей применения адаптивной оптики, ну или технологии адаптивной оптики, для улучшения качества изображений и формируемых пучков в условиях атмосферной турбулентности. Вот. Но, как вы знаете, в оптике есть, в общем-то, две основные задачи прямые. Это передача информации, то есть передача изображения, тоже информация, и передача энергии, то есть фотоны, которые нужны для разных технологий. Ну, это вещи, конечно, связанные, но вот условно можно разделить на две задачи. Это видение и энергия. Вот. И там системы, которые создаются в настоящее время, особенно последние 20 лет, это, как правило, когерентные лазерные системы, либо это очень, так сказать, большие апертуры и достаточно большие дистанции. То есть, если это горизонтальные трассы, это, в общем-то, системы видения на длинных трассах, там, несколько километров в условиях приземной турбулентности. Она очень сильная, как вы знаете. Чем ближе к Земле, тем градиенты температуры и, так сказать, флуктуации скорости ветра выше, и, так сказать, степень искажений оптического излучения повышается. И, ну, для этого и создаются, так сказать, адаптивные системы, которые в условиях реального времени призваны компенсировать или хотя бы уменьшать проявление этих эффектов. Для задач, вот, так сказать, видения через всю атмосферу, это астрономическое применение, либо это какое-то применение ближнекосмическое, там, спутники, детектирование положения объектов на Земле, там тоже возникают такие задачи, но там тоже возникают протяженные дистанции. Либо это не строго вертикально, а под каким-то углом. То есть наклонные трассы возникают, в общем-то, условия, когда наряду с фазовыми флуктуациями, которые достаточно, так сказать, легко и просто компенсируют системы адаптивной фазовой коррекции, возникают амплитудные флуктуации. И в оптике мы всегда, когда эти вещи разделяем, мы делаем некое предположение, ну, асимптотики. Вот, значит, как вы знаете, в теории распространения волн случайно неоднородных средах достаточно долгое время, в общем, советская школа физиков, радиофизиков лидировала, это работы Института физики атмосферы МГУ, других институтов, Нижегородского университета, Саратовского, исследовали такие, как Александр Михайлович Обухов, Валериан Ильич Татарский, их школы позволили, в общем, описать так называемые слабые флуктуации. Член-корреспондент Сергей Михайлович Рытов предложил так называемый метод плавных возмущений, описывающий достаточно сильные флуктуации, но не предельно сильные. Когда амплитудное мерцание становится порядка единицы, разделить амплитудные и фазовые флуктуации становится невозможно. И вот как раз вот этой областью я их предполагаю, как говорится, поанализировать вместе с вами вот в этой, этой презентации. Дело в том, что в условиях, когда амплитудные флуктуации становятся, так сказать, значительные, разделить амплитудные и фазовые информацию в оптическом поле невозможно. Но, с одной стороны, фаза – это, в общем-то, будем говорить так, понятие, так сказать, условное, это степень нашей договоренности, так? Вот, но по мере усиления амплитудной модуляции возникает некая новая реальность, ну, фаза в условиях сильной флуктуации. Вот о ней мы и поговорим с вами.
Значит, ну, это будем мы делать для задач, прежде всего, адаптивной оптики и для задач распространения волн в случайно неоднородных средах. Ну, вот большинство тех людей, которые находятся вот в этой аудитории, и их ученики, или их, как говорится, как коллеги, они занимаются так называемыми спиральными дислокациями, как говорится, винтовыми, как говорится, дислокациями. Это вот то, что, в общем, как говорится, ну, исследуется последние 25-30 лет, и вот, так сказать, оно оказалось сейчас очень, так сказать, связано с теми задачами, которые занимаются, как говорится, те люди, которые занимаются, ну, исследуют проблему распространения волн. Значит, ну, терминология здесь разная, это вот, существует понятие, в общем-то, фазовые дислокации, как говорится, ну, это на некой, как говорится, подобии между колебаниями кристаллической решетки и теми структурными неоднородностями, которые имеются в ней, а также, как говорится, вот, в общем, введены понятия, как фазовые сингулярности, нули интенсивности, ну, как они связаны, в общем-то, я чуть-чуть, как говорится, дальше покажу, и вот, в общем, связанные с ней оптические вихри, или, в общем, некое, ну, дополнение к той гладкой фазе, которую обычно, в общем, мы с вами, как говорится, имеем дело. Ну, в адаптивной оптике проблемы, которые, так сказать, как говорится, тут, так сказать, с которой мы связаны, следующие. Прежде всего, когда мы разрабатываем систему фазовой коррекции, мы прежде всего, ну, имея в виду классическую адаптивную оптику, мы управляем фазой волнового фронта. Для этого используются некие новые элементы, так называемые активные или активные зеркала. Я против термина адаптивные зеркала. Адаптивной может только быть система. А зеркало – это управляемое, деформируемое, гибкое. Есть еще термин резиновые зеркала. Но это, в общем, как говорится, как автор захочет. Но, значит, тут проблема такая, что, управляя фазой волны, мы не можем управлять амплитудой. Вот. Дело в том, что в оптике еще, как говорится, в условиях того, что мы не можем усиливать волну по амплитуде, мы можем только, как говорится, в одну сторону управлять, уменьшать амплитуду. Или, как говорится, делать некое активное маскирование, аподизацию. То есть тем самым терять энергию, терять информацию, поскольку информация может быть размазана по всей структуре. Второе. В условиях сильных флуктуаций, как говорится, в условиях, когда амплитудные флуктуации будут существенные, как измерять фазу волнового фронта, как разделять эту информацию. Это тоже, в общем, вот та проблема, с которой здесь мы будем сталкиваться. Ну и, наконец, вообще говоря, так сказать, в общем, как такие системы, с каким быстродействием должны они работать? Вот тут, как говорится, эти вопросы как раз и возникают. Значит, ну вот, значит, в общем, ну, тут мы, в общем, сталкиваемся с, как говорится, с такими понятиями, как, в общем-то, как говорится, как это, как говорится, анализ спеков, поскольку, в общем, так сказать, структура оптического пучка становится очень немонотонная, и вот этой задачей, как говорится, приходится заниматься. Значит, ну и, как говорится, прежде всего, в общем, так сказать, для задачи распространения. Значит, описание распространения оптических волн в случайно неоднородных средах мы будем проводить на основе, как говорится, волновых уравнений или, как говорится, гиперболического или параболического типа, в зависимости от необходимости, как говорится, исходные, в общем-то, структуру, ну, описывающую случайную среду, мы будем, как говорится, ну, задавать методами, как говорится, численного моделирования. Значит, ну вот для этого, в общем-то, здесь вот записано, в общем, так сказать, параболическое волновое уравнение, у которого, значит, вот здесь это есть, так сказать, случайная часть показателя преломления волны, это вот спектральная плотность, вот, которая в данном случае, как говорится, мы использовали так называемый спектр фон Кармана,
То есть спектр, который в инерционном интервале описывается законом Колмогорова, вернее, как говорится, ну, будем говорить, законом, или, ну, описывается теорией Колмогорова-Обухова, это вот инерционный интервал, это некая константа, характеризующая интенсивность турбулентности, а это вот, как говорится, экспоненты, описывающие так называемый вязкий интервал, так сказать, который связан с внутренним масштабом турбулентности, а тут вот два параметра, вот, спектр Кармана, он учитывает внешний масштаб турбулентности, но в данном случае, если это некий замкнутый объем, то это, в общем-то, ну, некая, этот, как говорится, линейный масштаб этого объема, в котором турбулентность генерируется. Внутренний масштаб турбулентности определяется вязкостью и скоростью диссипации турбулентной энергии. Ну вот эти вещи, в общем-то, в атмосфере ограничены, в общем-то, в реальных условиях внутренний масштаб турбулентности в пределах подземного слоя это где-то 1-3 сантиметра. Ну, в общем-то, очень, очень слабо меняется в зависимости от влажности и от как говорится, интенсивности турбулентности, а внешний масштаб, в общем, определяется задачей. Вот. Ну, есть некие модели. Ну, вот я тут вам покажу вот нашу книжку одну. Вот, значит, мы написали ее, как говорится, в связи с исследованием, так сказать, поведения атмосферной турбулентности в условиях гор. Вот. В общем-то, классическая теория, описывающая турбулентность в условиях, как говорится, ровной подстилающей поверхности, она предполагает, что вот внешний масштаб турбулентности связан с этой неустойчивостью. Вот. Чем более, как говорится, чем больше неустойчивость, тем внешний масштаб, как говорится, становится меньше. То есть выживать большим масштабом трудно. Вот. И на самая простая модель, это модель Кармана, вот, была предложена еще, как говорится, вот, в конце 18 века. Значит, это была, в общем-то, модель, которая предполагает, что внешний масштаб турбулентности – это примерно половина высоты. Ну, это до высот примерно там 10-15 метров. Дальше, так сказать, скорость роста вот этого внешнего масштаба турбулентности, в общем-то, ну, уменьшается. И, вообще говоря, для всей атмосферы можно ввести некий эффективный внешний масштаб турбулентности. Ну, вот это, эти вот вещи мы используем, чтобы моделировать вот распространение оптических волн в турбулентной атмосфере, с тем, чтобы понять, какие же задачи, какие же искажения будут иметь место для вот, ну, различных дел. Ну и вот, значит, для того, чтобы сделать, вот, так, как говорится, вот, научиться описывать такие и рассчитывать такие, в общем, вот, так сказать, характеристики оптических пучков и, так сказать, оптических изображений, мы, в общем-то, вот, начиная с конца еще 80-х, так сказать, ну, середина 90-х годов, в общем-то, создавали некие пакеты для расчета, так сказать, ну, двух типов задач. Это вот задачи видения, вот, и задачи, как говорится, формирования пучков. Но в задачах видения у нас есть, как говорится, блок, так называемые лазерные опорные звезды, вот блок атмосферной турбулентности, включая рефракцию, профили атмосферы. Ну и здесь, вот, как говорится, блоки – это датчик волнового фронта, как правило, это датчик Гартмана, либо датчик кривизны, как говорится, волнового фронта, и адаптивный корректор. Тут разные корректоры – составное зеркало, гибкое зеркало, либо некий, как говорится, комплекс этих зеркал. Но сначала эти все эти программы работали на комплексах типа Эльбрус. Ну, это, в общем-то, 8 компьютеров BSM-6 у нас использовалось. На самом деле, так сказать, это, в общем-то, не полный комплекс. Но вот благодаря вот некому, как говорится, ухищрениям, скорость расчета была сравнима, в общем-то, с пакетом американским Моли, который работал на Крее. Ну, для задач вот, формирования пучков тут использовались, как говорится, вот, так сказать, следующий, как говорится, аспект – это атмосферная турбулентность, типовое самовоздействие при поглощении пучков, ну и, значит, в общем-то, вот, так сказать, некая, так сказать, модели самих целей. И, как говорится, для адаптивной оптики нужна еще модель Бакена. Ну и вот, значит, с помощью вот этих вот, этого пакета, значит, в свое время мы, в общем-то, выполнили несколько проектов, но я о них, как говорится, очень коротко скажу, просто покажу. Вот так называемый проект АСТ-10. Это
ну, в общем-то, создаваемый в СССР, вот, в самом конце его, даже уже, по сути дела, это уже Россия была, адаптивный составной телескоп с 10-метровой апертурой. Ну и потом вот взаимодействие с Европейской Южной обсерваторией нам удалось, в общем-то, вот сделать... Ну, тут что мы посчитали вот для телескопа? Мы посчитали, как будет себя вести так называемый, как говорится, функция размытия точки, ну или изображение, как говорится, звезды, то есть изображение, формируемое плоским волновым фронтом в фокальной плоскости, когда используются различные виды адаптивных зеркал. 10 элементов, 15, 21, 28, а это вот, значит, ну, видно, что вот если вот мы имеем примерно 20 элементов, параметр Штреля будет не очень большой, 1/100, то есть нам удается на ось системы загнать 10% от вакуума, вот, но... Как говорится, качество изображения уже, как говорится, мы имеем вот два дифракционных кольца, то есть почти дифракционные. Вот как будет работать система, когда разные длины волн от 0,5 до 2 микрон, как будет система работать, когда у нас объект в качестве опорного источника используемый имеет ограниченный поток фотонов. Вот в данном случае 5, 10, 100 фотонов на каждую субапертуру. Но видно, что, в общем-то, качество восстановления падает. Ну вот, в данном случае я покажу, в общем-то, что вот дает уже современный пакет, который сейчас работает. Ну, он работает на обычных машинах, может работать на кластере. Это вот исходный пучок, вот, как говорится, распространяется, так сказать, ну, на, это самое, в условиях, когда имеет место атмосферная турбулентность. Параметр бета-0 – это так называемый параметр, индекс мерцания, вычисленный по формуле Сергея Михайловича Рытова. Ну, в данном случае, как говорится, очень, очень умеренная турбулентность, ну, то есть пучок начинает искажаться, происходит смещение слегка, как говорится, вот, обусловленное тем, что... Ну, несимметричная система, потому что есть всегда ветер с какой-то стороны. Вот, ну, допустим, отсюда дующий ветер, система смещается сюда. Вот. Значит, ну вот появляются достаточно, как говорится, глубокие замирания. Значит, вот увеличиваем турбулентность уже вот тут, параметр бета-0. Характеризующий индекс мерцания 1, 2. Ну, по единичке уже так называемый режим сильных флуктуаций наступает. То есть появляются области, где фактически происходит очень глубокие замирания, ну, вплоть до, ну, до нуля. Хотя ноль в расчетной схеме это, в общем, нонсенс. Вот уже еще более сильные флуктуации. Что происходит с, как говорится, вот тут, вот, как говорится, как расчет такой же, когда мы рассматриваем интенсивность и фазу. Ну вот интенсивность пока еще гладкая, очень слабая флуктуация, как говорится, фаза, сшитая фаза, тоже достаточно гладкая. Следующий, как говорится, уровень, вот, появляются, как говорится, темные пятна, то есть замирание, и появляются вот эти разрывы фазы, вот, которые приводят к тому, что вот, ну, фаза становится не, ну, не, так сказать, не монотонная, но требуется для описания вводить многолистую поверхность, в общем-то, и такая фаза, вообще говоря, не воспроизводится одним зеркалом. Нужно делать составную систему. Либо сегментированное зеркало, которое очень, очень трудно и создавать, и управлять им, или система гибких зеркал. Ну и вот, так сказать, очень сильные уже амплитудные замирания. И очень, ну, вот тут уже видно, что вот есть эти, так сказать, точки, как говорится, ветвления, как говорится, интерференционной картины, если бы ее тут, как говорится, воспроизвести. Что будет делать такая адаптивная система? Ну, адаптивная система, как говорится, прежде всего будет, как говорится, ну, не понимать, что делать в тех точках, где амплитуда, ну, замирает до нуля. Вот. Не с точки зрения, так сказать, работы датчика волнового фронта, который, вообще говоря, требует тоже фотоны для работы, не с точки зрения, как говорится, как правильно, как говорится, воспроизводить фазу. Самое еще, как говорится, неприятное, что чаще всего вот положение этих вот нулей, в общем-то, не является достаточно, как говорится, таким жестким. Ну, из-за того, что мы, вообще говоря, воспроизводим фазовый фронт, используя, ну, некую решетку вот этих фокальных пятен в датчике Гартмана. Ну, вот такого типа вещи, в общем-то, вы, как говорится, все видите
и все тоже, как говорится, воспроизводите. Ну вот, вот, вот наш пакет вот так, как говорится, каким образом работает. Ну вот, значит, есть вот, значит, вот, так сказать, пучок, вот, который, как говорится, распространяется через, так сказать, как говорится, ну, эту ну, оптическую, как говорится, прозрачную среду, вот, как говорится, вот такая сшитая фаза, которая, вот, так сказать, а это вот датчик Гартмана. Это такая, в общем-то, решетка, вот, которая дает значение наклонов, локальных наклонов по иксу и по игреку, как говорится, вот волнового падающего волнового фронта. Дальше ее нужно сшить, вот, дальше воспроизводить уже этот, как говорится, этот волновой фронт с каким-то элементом, то есть ну, гибким зеркалом, ну и потом, вот, как говорится, посылать обратно. Либо это, если формируемый пучок, ну вот видно, что вот такая вот, вот такое изображение, вообще говоря, вот, ну, переводится вот в такую вот, так сказать, ну, качественную картинку. В настоящее время, поскольку элементов управления адаптивной системы очень много, тысячи, вот, частота, с которой необходимо восстанавливать волновой фронт, это тоже до килогерц, вот, число элементов управления, так сказать, несколько сотен. И вообще говоря, как говорится, вот использовать обычную технику для вот такого типа расчета в реальном времени вообще не представляется возможным. Поэтому, в общем-то, мы вот перешли на технологию параллельных вычислений, но прежде всего используя так называемый, как говорится, так сказать, подход для решения скалярного параболического уравнения в виде метода расщепления. Ну, метод расщепления был разработан академиком Яненко в Новосибирске. Вот. Академик Яненко вообще учился в Томске, в политехническом институте. Вот. Значит, в чем его, как говорится, достоинство? Трехмерное волновое уравнение, где есть, вообще говоря, так сказать, вот диффузия, есть, как говорится, градиенты, ну, то есть есть частные производные, есть случайная функция, которая также моделируется. Вот. Мы разбиваем на систему одномерных уравнений. В данном случае вот первое это эволюционное, так сказать, по Z, вот, как подставляется на это какой-то, так сказать, то есть мы разбиваем, вообще говоря, всю дистанцию на систему, так сказать, как говорится, отрезков. Вот. Ну, разбиение для однородной трассы это примерно 8-16, ну, может быть, 32 разбиения, даже для длинной трассы. Вот. Если трасса неоднородная, то есть есть, допустим, изменение очень сильное уровня турбулентности, но там разбиение уже будет зависеть от этой неоднородности. Ну а дальше, как говорится, вот, так сказать, вот такие операторы дифракционные, они решаются вообще автоматически. Что-то тут у меня не включается. А вот, вот. Ну вот тоже это, вот, как говорится, вот в данном случае технология использует, в общем-то, ну, как говорится, вот, так сказать, эти вот МКЛ-библиотеки интеловские и вот куда, как говорится, NVIDIA, как говорится, так сказать, вот их систему. Ну, вот в данном случае показано, что дает это, в общем-то, вот параллельные вычисления. Ну, вот увеличение, ну, достигает 30-40 раз в сравнении с обычными системами. Вот когда, как говорится, вот, так сказать, мы увеличиваем очень сильно, так сказать, как говорится, объем, вот, информации, то есть уже мы используем там разбиение там не 8 на 8, как классическая адаптивная оптика использует вот начальное, тут 32 на 32, 50 на 50, то есть это подход к большим апертурам. Ну вот так вот ведут себя, вот как говорится, вот одинаковые задачи, когда они, их разбиение вот 8 на 8, 16 на 16, и вот, ну, видно, что, в общем-то, вот, ну, как говорится, улучшение. На самом деле мы воспроизводим, на самом деле, вот ту реальную точку, которую необходимо нам создать. Дальше, как говорится, нам удается очень большую размерность, как говорится, сетки удержать. В данном случае, если вот обыкновенное моделирование, которое использует, ну, обыкновенный как компьютер, без распараллеливания, это вот такие примерно, вот, как говорится, объемы, то вот в настоящее время мы вот в реальном времени, там, так сказать, ну, доли секунды, как говорится, считаем, ну, при очень больших, как говорится, вот, так сказать, будем говорить так, возможностях с точки зрения,
так сказать, ну, датчика шума, потому что датчик шума, который исходно используется, чтобы создать потом из него какой-то розовый шум, в данном случае, так сказать, ну, колмогоровский спектр турбулентности, в данном случае он используется с очень большой, как говорится, длиной реализации. Если вот, ну, использовалась вот такая, то тут вот используется уже 2 в 32 степени. Но это позволяет нам, в общем-то, как бы очень большой динамический диапазон учесть масштабов. Те самые от сантиметров до, даже от миллиметров до десятков, сотен метров. Ну и теперь вот, значит, такая вот техника позволяет нам сравнить эффективность применения фазовых систем и систем, в которых каким-то образом учитывается амплитудная информация. Ну, вы знаете, что есть такой так называемый алгоритм обращения волнового фронта, вот, который воспроизводит падающую волну. Он, так сказать, в общем-то, воспроизводит, если апертура была бы бесконечная, он, так сказать, точечный источник при обратном распространении снова загонит в эту точку. Вот, поэтому если вы обучаете объект, и он многоэкстремальный, у него много, как говорится, вот опорных источников, то ОВФ-система обратно, как говорится, пропорционально загонит всю энергию, какая есть у исходного источника, назад. Но нам не это нужно. Нам нужно, используя опорный источник, загнать из излучения в какую-то другую точку. Поэтому ОВФ – это очень слепая техника. С другой стороны, она живет очень недолго. ОВФ, как говорится, зеркало, особенно, ну, допустим, четырехволновое смешение, там, или, как говорится, это ВРМБ, это 10 минус 5, 10 минус 4 секунды. За это время большую энергию не передать. И если у вас задачка стоит, в общем-то, сформировать, ну, будем говорить, большую энергию подать на какую-то систему, так, необходимо длительное время. А ОВФ работает очень периодически. Вот, поэтому, значит, вот мы и вот прежде всего озадачились тем, что давайте сравним, насколько, как говорится, потери информации об амплитуде, как бы, как говорится, ухудшает работу адаптивной системы. Ну, как известно, в общем-то, информация об амплитуде, она, в общем-то, так сказать, и информация о фазе, они смешаны. И только предполагая, что, в общем, что вот амплитуды нет, мы как бы восстанавливаем некую фазу, но настолько она честная, это не всегда можно ответить. Особенно это, как говорится, начинает возникать большие сложности, когда у нас начинает, как говорится, амплитуда начинает, как говорится, ну, меняться очень сильно. В этом случае, как говорится, на, так сказать, в плоскости описания комплексной амплитуды, как говорится, линии, как говорится, ну, это вещественные и мнимые части амплитуды поля начинают либо касаться эти линии, либо пересекаться. В этих точках, как говорится, мы имеем тот самый, как говорится, ну, идеальный нуль. Вот. Так вот, как будет работать система в этом случае? Ну вот, значит, ну, мы, да, извините, назад вернусь, но это вот было сделано еще вот в 98-2001 году. Вот, для этого мы посмотрели работу двух типов систем. Значит, мы посмотрели две корректирующие схемы. Первая корректирующая схема, так называемая схема, работающая на прием. То есть в этом случае у нас волна прошла через случайную среду, одновременно в этой же плоскости у нас есть измеритель волнового фронта и корректор. Они вместе работают. Ну, это вот телескоп с адаптивной системой коррекции изображения. Вот. В этом случае, как говорится, мы, задача стоит какая? Поднять параметр штреля. То есть поднять, как говорится, ту долю энергии, которую система формирует на оси системы. Значит, вторая система, обратная, у нас есть опорный источник, который идет и в плоскости, где расположен корректор волнового фронта, датчик волнового фронта, мы исправляем волну исходную, то есть вводим в нее предыскажение, которые равны с обратным знаком, с фазой вот этого опорного источника. И как говорится, при обратном ходе, ввиду обратимости,
Вот, мы, как говорится, фокусируем излучение в эту точку. То есть эти вот системы, они, в общем-то, все работают по алгоритму фазового сопряжения, но в первом случае мы как бы это корректируем в плоскости приема. Плоскость приема и плоскость измерения совпадает. Вот. В данном случае, как говорится, система работает на основе предыскажения. Ну, значит, тут вот это можно, как говорится, при этом, ввиду того, что, как говорится, у нас есть точки, ну, это нуля интенсивности, либо точки с минимум интенсивности, мы, как говорится, фиксируем, как говорится, величину набега фазы при обходе этих точек по кольцевой схеме. Если там есть 2π, минус 2π, 4π и так далее, то это точки становятся точками, в общем-то, вот, ну, так сказать, где возникают эти винтовые дислокации. Вот. И поэтому фаза волны, ну, расщепляется на потенциальную фазу, на гладкую фазу и на вихревую. И в данном случае мы рассмотрим возможности применения фазовой коррекции при только потенциальной фазе или при коррекции полной фазы. Значит, ну тут вообще говоря, можно рассуждать, что в этой задаче есть 4 параметра. Это дистанция, это размер, ну, апертуры или размер телескопа, длина волны и уровень турбулентности. Если мы рассмотрим с вами плоскую волну, то там на самом деле остается только всего две, как говорится, две величины. Радиус когерентности, Фрида, и, так сказать, так называемая дифракционная длина. Ну, эту дифракционную длину можно преобразовать в индекс мерцания Ритова. То есть, поэтому можно как бы рассматривать уровень количества когерентных зон на апертуре и уровень силы флуктуаций. Значит, ну вот в данном случае показана первая схема, то есть это схема, работающая на прием. Здесь, значит, рассчитывается параметр Штреля как функция индекса мерцания. Вот пока 0,5 – это очень слабые флуктуации, 1, 1,5, 2, и это флуктуации с точки зрения силы мерцания и появление амплитудных флуктуаций увеличивается. Ну вот видно, что если мы делаем полную фазовую коррекцию, идеально, то есть идеально измеряя волновой фронт в условиях, так сказать, глубокого замирания, но какая бы ни было замирание глубокое, мы фиксируем положение, так сказать, ну, нуля интенсивности. И тогда мы, как говорится, полную фазу воспроизводим, и даже до сильных флуктуаций амплитудно-фазовая система работает. Вот такая система работает правильно. Но что происходит, когда мы теряем эту вихревую фазу? С ростом отношения D к R0, то есть количество когерентных зон, у нас, как говорится, монотонно уменьшается эффективность адаптивной системы. Вот десятка – это 10 когерентных зон, это, в общем, ну, примерно уровень еще достаточно, видите, мы можем параметр Штреля поднять до 0,5. Там 75 на 0,8, ну, с ростом 20-30 уже начинает очень сильно теряться эффективность. Вот теперь системы, которые работают на передачу. В данном случае, видите, как говорится, качество фокусировки начинает все-таки немножко уменьшаться, но также, как говорится, потеря вихревой фазы, как говорится, быстро уменьшает эффективность системы. Вот эти расчеты были сделаны, в общем-то, вот еще, так сказать, ну, в начале 2000-х, и, так сказать, был вот такой эксперимент вместе с голландцами, тоже, как говорится, просчитан. Значит, вот идеальная система, это, как говорится, энергия, которую мы загоняем в дифракционное пятно, это вот, как говорится, датчик волнового фронта, который, так сказать, как говорится, в котором одно зеркало используется гибко. Вот, то есть фактически это, будем говорить так, только потенциальная фаза. Вот два зеркала. В этом случае мы, как говорится, каким-то образом почти что, как говорится, ну, вихревую фазу частично компенсируем. Вот система без адаптации. Ну, весь эффективность довольно высокая, в 2-4 раза мы увеличиваем, но до идеальной системы дойти не удается. А это здесь растет сила турбулентности.
Это длина волны 1,06, дистанция 2 километра. Вот это американский эксперимент. Значит, вот это Линкольнская лаборатория на дистанции 5,5 километра. Ну, данных не очень много. Опорный источник и основной пучок разделены 1,063 и 0,514 нанометра. Ну, вот видно, что вот это наша кривая. А эти вот все данные, это какие-то, в общем-то, эксперименты. Вот параметр Рытова, 0,7. Вот тут начинаются сильные флуктуации по-настоящему. Вот тут эффективность падает, но она падает почему? Вот в 2000-х годах мы не смогли это объяснить, сейчас это я вам покажу. Дальше. Значит, ну вот, теперь переходим к эксперименту. Для того, чтобы проводить эксперименты на горизонтальных и на наклонных и вертикальных трассах, мы создали вот комплекс, в данном случае, вот это на базе телескопа МИДа. Вот, значит, опорный источник на длине волны 0,81 микрон. Отсюда излучение с этого, так сказать, как говорится, комплекса уходит по трассе. Трасса на высоте примерно 12 км над землей. Значит, как говорится, дистанция до 2 километров. Значит, вот это приемный телескоп. А дальше, как говорится, вот расположен датчик волнового фронта, как говорится, и, как говорится, вот гибкое зеркало. Параметр уровень турбулентности или радиус когерентности Фрида фиксировался с помощью также, так сказать, вот, и вот тут вот показано, как изменяется во время эксперимента радиус когерентности. Ну, вот видно, что, в общем-то, он, в данном случае дистанция 2 километра. Это угол изопланетизма, ну, о нем говорить я не буду. Значит, вот несколько, как говорится, фотографий элементов, которые были использоваться во время эксперимента. Это вот Мира, которая располагалась на удалении от этой системы. Ну, использовалась дистанции от 400 метров примерно до 3-2 километра. Это вот метеокомплекс, который измерял уровень турбулентности, структурный параметр и скорость ветра. Это вот, как говорится, ну, будем говорить так, геометрия актуаторов на гибком зеркале. То есть здесь было вот 24, как говорится, зоны управления, гибкое зеркало воспроизводило до 14 полиномов церники, то есть два наклона, дефокусировка и два астигматизма, дальше три комы, ну и, в общем-то, как говорится, кривизну поля изображения. То есть вот частота до 200 Гц. Значит, это вот фотография, это вот, как говорится, картинка датчика Гартмана. Датчик Гартмана, как говорится, имел размерность 12 на 12 субапертур. Ну, так как, как говорится, система Ричи-Кретьена, у нас центральная часть, и вот углы эти, ну, были потеряны. Тут еще, как бы, некие сложности были для решения этого уравнения. Значит, как говорится, вот здесь вот показано, как изменяется сила турбулентности, вот, как говорится, вот на этой трассе, ну, вот для различных, как говорится, вот этих, это, вот, как говорится, ну, это вот многолетние измерения. А это вот, так сказать, в пределах одного дня, когда в атмосфере, ну, реализовывался так называемое, как говорится, очень быстрое изменение. Значит, ну, вот радиус когерентности менялся от примерно от 5 сантиметров до, ну, меньше, чем, как говорится, 1 сантиметр. То есть мы переходили от слабых флуктуаций к сильным флуктуациям. А это вот, значит, алло. А, ну я уже, в принципе, как говорится, уже ближе к концу. Значит, вот здесь это показано, в общем-то, работа этой же системы на солнечном телескопе через всю толщу атмосферы. Значит, вот, ну вот здесь, значит, две картинки. Это вот еще достаточно слабые флуктуации. Значит, вот картинка на расстоянии 380 метров, значит, вот, октябрь 2017 года, значит, когда отношение ДКР0, то есть диаметра приемного телескопа, когерентности, примерно шестерка. Но это еще вот переходное время. Вот результаты адаптивной коррекции. Ну, в общем, мы от где-то от 3 секунд до 0,8 угловой секунды, как говорится, это подняли разрешение.
вот так себя ведут фокальные пятна, когда флуктуации, как говорится, ну, фазы, или когда флуктуация амплитуды еще незначительная. Что происходит, когда начинает глубокое амплитудное замирание? Мы теряем часть информации в датчике Гартмана. То есть, с одной стороны, как говорится, это приводит к тому, что мы работаем только по части, как говорится, элементов, так сказать, датчика волнового фронта, а с другой стороны, в общем-то, мы не знаем, что делать вот с той долей информации, которую мы потеряли. Значит, ну, для этого, в общем-то, вот мы проанализировали, как ведут себя эти полиномы церники, вот, полиномы, наклоны по иксу, по игреку и дефокусировка для слабых флуктуаций, когда радиус когерентности волны на трассе превышает первую зону Френеля, мы получаем достаточно гладкие спектры, фактически соответствующие вот, теории Нолла. Вот, если же мы имеем обратную ситуацию, радиус когерентности становится меньше, чем первая зона Френеля, а это означает, что появляется амплитудная флуктуация больше единицы, мы видим резкое изменение этих спектров. Означает, что мы, вообще говоря, не улучшать можем, а только ухудшать. И что делать с такими вот, так сказать, случаями, ну, это было не очень понятно. Ну вот, в данном случае, как говорится, вот мы проанализировали, как говорится, вот, ну, насколько, как говорится, это явление быстродействующее, ну, увидели, что вообще говоря, так сказать, как говорится, ну, у нас амплитудные фазы флуктуации, они очень, как говорится, работают синхронно. Ну и, значит, ладно, я это пропускаю, мне времени уже не хватает. Я просто покажу, что, как говорится, мы проанализировали картинку вот фокальных пятен датчика Гартмана. Когда амплитудные флуктуации незначительные, мы имеем достаточно четко, как говорится, характеризующие, как говорится, вот, ну, максимум интенсивности, то есть мы можем правильно оценивать положение, как говорится, центра тяжести фокального пятна. Как только амплитудные флуктуации приходят очень сильные, у нас происходит глубокое замирание, то есть информация теряется. А это означает, что помимо того, что амплитудная информация у нас потеряна в адаптивной системе, еще и фазовая информация неверная. То есть адаптивные фазовые системы начинают испытывать, ну, колоссальное давление. Фазовые системы не могут работать правильно в условиях амплитудных флуктуаций. Ну и, значит, вот тут... Это вот мы проанализировали, а сколько же таких зон, ну какая доля зон, как говорится, может быть потеряна. Если эту информацию, допустим, там, где глубокое замирание, как говорится, не использовать, а использовать предыдущий кадр. А там, когда амплитуда, как говорится, восстановится, опять вернуться в эту точку. Ну и вот оказалось, что потери этой информации достигает, ну, 30%, вот, до 30, как говорится, ну, процентов фокальных пятен, как говорится, ну, приходит в условия замирания. Это заставляет нас, вообще говоря, ну, вот, как она, вот система адаптивная, вернее, система без адаптации, вот адаптивная система включилась. Сказать, что она стала лучше, да нет. Ну, в общем, мы только очень низкие частоты смогли, как говорится, улучшить. Высокие частоты остаются, так сказать, подвержены по-прежнему амплитудной флуктуации. В данном случае первая зона Френеля, видите, у нас 4 сантиметра, вот, а когерентность, радиус когерентности 2 сантиметра. То есть это уже, ну, режим глубоких сильных флуктуаций. Ну и вот, значит, вот... Это вот подтвердило вот наши предыдущие расчеты, которые были еще в 90-х годах сделаны. Ну вот видно, что вот параметр Штреля вот, на одной и той же системе для слабых флуктуаций меняется плавно, а при сильных флуктуациях, вот, когда параметры бета 0, единичка, двойка, тройка и выше, он начинает, как говорится, очень быстро терять свою эффективность. Это, ну, приводит к тому, что системы амплитудно-фазовые должны быть. И, в общем, первый уровень компенсации должен, ну, где управление происходит наклонами и дефокусировкой, нужно осуществлять, не используя фазовых систем, типа датчика Гартмана. Ну вот, наверное, все. Спасибо.
Thank вот you. Это, for... Вот эту книжку я вам покажу. Вот эта книжка, вот где вот, ну, вот эти все подходы к созданию пакетов было написано. Ну, могу вам ее в институт оставить. Okay, thank Спасибо. You, Professor Vladimir Lukin. We have a time for a short question. Пожалуйста, обычно вопросов не бывает. I have to ask a question. So, thank you again for your interesting presentation. As I understand, you used the Shake-Hartman wave front sensing for. Is it possible for some other media, for example, solution, nanoparticles? This is a turbulence media, maybe. And the wavefront sensing in the application at the applications in the getting some information from nanostructures. Yes, we apply our the wavefront sensor not only for the adaptive system. We are monitoring level of turbulence, wind velocity, and any characteristics of the transparent media. For example, the air, water, and other liquids, and we develop the Hartmann Shock wavefront sensor not only for the coherent radiation, for the astronomical application, for the solar telescope. We develop correlation the wavefront sensor Hartmann-Shock. In this case, we use the small images, and we use the recording the picture, the central proportion of the image we use as a reference, and we develop the special algorithm for restoring the phase profile. I think you have this from the solution of the polynomial Zernike. Yes, yes. Which term is important in the case of astronomical collapse? Astigmatism, tip, tilt, or which we apply the Zernike polynomials, the Karunen OIF, the distributions. Because the Karunen OIF, the distributions made to use the minimum numbers for obtain the suitable level of variance. Mm-hmm. Okay. Thank you again, Professor Lukin. Mm-hmm. Please.